Ну, знаете, то, что говорит Гиркин, не позволено вообще никому. А, значит, его прикрывает кто-то в ФСБ очень высоко, на уровне, не знаю, там, Патрушева или Бортникова, где-то вот такой круг, наверное. Потому что то, что он произносит, за это дают 10 лет за дискредитацию армии, и таких Да. реальных дел много. Вот, видимо, его мнение как противовес чему-то ценное для серьезного генералитета ФСБ, которые самые крайние правые радикалы, которые авторы этой войны, которые вместе с Путиным культивировали идею этой войны и так далее. Просто не Которые если хотят восстановить Советский Союз там любыми путями. не угрожает ли он самому Путину, потому что его высказывания реально такое время, такое ощущение, что они что-то ожидают, если что-то случится, здесь где-то появится Гиркин и скажет, вот я же говорил. То есть, ну, для чего, непонятно, для чего защищают, вот это интересно. Знаете, я подписан на Гиркина. Иногда он Я, к Путина сожалению, тоже. чехвостит. Ну вот, а вот откуда берутся подписки, да? У него 800 с лишним тысяч. Вот. А иногда он Путина совсем чехвостит, а иногда он говорит, вот президент сказал. Поэтому непонятно, где он настоящий, где нет. Я думаю, что когда чехвостит, это он настоящий. Но он алармист. Ну, алармистов не любит, но все прислушиваются. Вот. Те, которые указывают на прорехи в системе, такие манифесторы. Они могут плохо закончить, но цитируемость обеспечена.